Исполнить роль главного действующего лица этой пьесы артист Сергей Лесенчук мечтал еще со времен института. И спустя 17 лет так называемая актерская удача ему улыбнулась. В «Утиной охоте» Александра Вампилова он играет 30-летнего подростка Виктора Зилова. За время работы над образом артист даже похудел на 4 килограмма. Но это волнение перед премьерой исключительно приятное. Репетиционный процесс начался такой не застольный, а именно, когда вышли на сцену и сразу активно пошли в ноги, как у нас говорится, 16 января. И очень активно, каждый день, репетиции, танцы, желание разобраться в образе. Режиссер Сергей Рудынок идею поставить «Утиную охоту» вынашивал довольно давно, но, по его словам, он ждал того момента, когда эта пьеса должна сама прийти в его жизнь. И, как выяснилось, не только в моей жизни, потому что все артисты, которые находятся на сцене, главным образом мужского возраста, ну, я хочу сказать, что это вообще практически все Зиловы. Вообще актерская профессия, она предполагает, что вот этот вот персонаж, этот Витя Зилов, он находится в каждом артисте-мужчине. И поэтому неспроста жанр – это несколько воспоминаний из жизни 30-летнего подростка. Раскрывать особенности этого жанра и рассказывать о ключевых моментах спектакля, по мнению режиссера, не имеет смысла. Зритель должен сам найти ответы на вопросы, поставленные в пьесе драматургом, на сцене артистами и, конечно, на свои собственные. Но некоторые подсказки в этой постановке все же есть. Однако они будут доступны лишь тем, кто умеет читать между строк. Изначально «Утиную охоту» хотели поставить на малой сцене, но после первых репетиций стало ясно, выразительные средства этой истории требуют большего масштаба. Написанную Александром Вампиловым в период застоя пьесу слишком осовременивать режиссер спектакля не стал, но все же перенес события из конца 60-х в начало 80-х годов прошлого века. Современность, еще раз говорю, для меня является актуальностью. Актуальность в первую очередь в том, что в наше время, на мой взгляд, гораздо больше становится Зиловых, нежели это было тогда. Потому что инфантильность, которая захлестнула мир и взрослых людей, она каким-то почему-то образом, на мой взгляд, все возрастает и возрастает. Написанная 50 лет назад, в 1967 году, пьеса считается одним из лучших произведений драматурга. Но впервые ее опубликовали лишь в 1970-м. Премьера спектакля «Утиная охота» к 80-летию драматурга Александра Вампилова состоится на сцене театра ТОВ 26 февраля. Анна Бережная, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.